Главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова заявила о запрете проведения массовых гуляний на Масленицу. Ее поддержал и губернатор Александр Богомаз. Об этом главам районов сообщили на очередном заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Разрешены тематические выставки-дегустации с участием ограниченного числа гостей в библиотеках Брянска и районов области. Одно из ярких мероприятий организовал краеведческий музей в музее-усадьбе Алексея Толстого «Красный Рог». Все мероприятия проведут с соблюдением масочного режима.